Буква за буквой на подпорной стене набережной рождается черно-золотой шедевр каллиграфии. Эта надпись сделана на русском, но прочесть ее нелегко. Творческий ход автора, который хочет, чтобы люди пришли и расшифровали текст. А здесь, собственно, сплетены разные культуры и разные стилистики шрифтов. И, собственно, идея в том, чтобы показать, как разные культуры вместе в гармонии могут находиться, и как в будущем за счет глобализации и более открытых границ люди станут еще чаще и теснее обмениваться не только технологиями и знаниями, но и культурой. «Самара Граунд» — так называется проект, по идее которого в городе появится 7 новых картин фасадной росписи, так называемые «муралы». Замысел реализуется при поддержке региональной городской власти. Сегодня с художником встретилась глава Самары. Елена Лапушкина поинтересовалась, как идет работа. Мастер рассказал, выполнить полотно он готов за 100 часов, 10 дней работы и по 10. Главное, чтобы не помешали дожди. Какой-нибудь настил попрошу сделать, да, чтобы вот хотя бы вы не заливались. Нормально, буду иметь в виду, что это важно, да? Конечно, конечно. Повышенная влажность всегда такой враг. Если влажный, то он не впитывает, а растекается. А дальше уже, ну, когда все высыхает, и особенно если лаком покрывается, то наоборот уже начинает крепко держаться и от влажности борется легко. Ну, буду знать, что если дождь, надо на какой-то настил вам делать. Да. Еще одна картина создается на фасаде здания на улице Ленинградской. Автор – художник-монументалист из Казани. Картина о диалоге времен и поколений, идеи которой – уважение опыта старших. Такие символы, то есть это цветы вместо, как бы, вместо лиц, вместо головы каждого персонажа, которые символизируют их возраст и состояние. Все работы должны быть готовы к 13 сентября. Муралы создают известные мастера стрит-арта из России, Турции и Аргентины. Проект имеет амбициозную цель – сделать Самару центром современного искусства, способного привлекать туристов из разных стран. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.